здравствуйте, друзья. Я осваиваю новую фишку. Она, то есть она не такая новая, она для меня новая. Я раньше не пользовался выпуском видео по расписанию. То есть, когда подгружаешь, спрашивают тебя, значит, там, какие у тебя варианты. В частности, вот есть такое по расписанию. И я могу сказать время, территориально, что это там, допустим, по Москве. И конкретно какое время. Ну вот, вопрос такой. Я пытаюсь сообразить, и у меня ничего не получается. Мне нужна ваша помощь. В какое время это видео лучше всего, чтобы оно появилось, чтобы вы его могли посмотреть. Я могу объяснить, почему я хочу, чтобы видео появлялось вовремя. Если видео появляется вовремя, то есть тогда, когда его смотрят, то отношение Гугла, Ютуба к этому видео лучше. То есть они говорят: о, смотри, это востребованная вещь. То есть вот первые там несколько часов, пока оно идет, ему как бы внимание больше. Поэтому я хочу, чтобы видео не висело, пока до него доберется зритель, а чтобы оно так как-то вот к обеду ложка была. Значит, я смотрю, думаю, ну вот сейчас я вот еду домой с работы, где-то сейчас 9 часов вечера, и у меня есть два видео для вас. Одно я поставил по Москве на 8 утра, а второе на 7 утра. И я понимаю, что, скажем, Украина, это, по-моему, там на 2 часа впереди Москвы. Но, допустим, Урал, Сибирь, это за. И в общем, у меня начинается путаница какая-то, я не понимаю. Я не понимаю, когда люди в основном смотрят. Или они вечером с работы приходят, смотрят. Или они, например, с утречка встали, там кофе пьют, смотрят. То есть, наверное, есть и те, и другие. Но просто у меня картина разрушилась в этом смысле. Я вижу, что смотрят больше по статистике просмотров, когда видео я вешу. Я вижу, что смотрят в основном, когда я сплю. То есть это что-нибудь должно быть по Москве, 10 часов, значит, это что-то днем, что ли, получается, да? То есть Москва 10 часов впереди меня. Значит, если я, допустим, в полночь лег, в это время в Москве 10 утра. И вот уже там в полночь есть, да, в полночь, значит, там по-нашему в час, два, в три. То есть, получается, люди не с утра его смотрят, когда кофе пьют. В общем, не знаю, ну потерян. Мне многие говорили: а вот мы там кофе пьем. Вот встаю, включаю, кофе пью. Я говорю: когда же ты кофе тогда пьешь? И где же ты живешь тогда при этом? И вот, понимаете, да, вот что я хочу сказать, что смешалось в голове, и мне нужен ваш совет. Вот, допустим, мы будем ориентироваться на московское время, чтобы к одному знаменателю, к общему, все привести. Когда бы вы хотели, чтобы видео было на месте, чтобы вам в это время его смотреть? Наверное, у вас есть какие-то привычки, и вы смотрите. Я понимаю, что кто-то смотрит просто потому, что email пришел, но он должен же не спать в это время тоже. В общем, такая вот, друзья, сложная, многомерная задача. Счастливо и спасибо за участие, если вы, значит, там поучаствуете, что-нибудь напишите. Спасибо.